Держи шапку. Держи морда. Ну, хули приучили про шапку. Вот теперь держи. Так. Улу дринк. Води сон. Зулу дринк. Ну, чё, мораль тогда звать, пускай заходит, хули. И не, чё? Ну, блядь, я говорю, можно подождать еще как бы время, 10 минут только прошло. Так. Геноцид, конечно. Там, не знаю, там может быть, если мы час до леча идти будем, хотя вряд ли, не знаю. Да в DC этот мораль. А про что спор был, ты только наушники одел, блядь. Про спор какой-то был. Не знаю. Миликов геноцид. Вы что, миликов убивать хотите, что ли? Че, мораль, заходи, да будем ебашить. В ШПшнике будешь на профемор, да, он, а в этом на синдре, соответственно, в шестого и на Ильиче тоже. В шестого в холика пойдешь. Мы после целка куда пойдем? Ну, это. В Ронкофарм. Ронкофарм. Да. Надо подраздуплить, у кого они там нужны, эти воронки. Мне вот интересно, Лианочка, как там, нормально в логовом актеридоне? А, сейчас надо ей черкануть, ну-ка. Она, скорее всего, за притоном идет. А, бабычки, наверное. Хотела уйдет? Почему? Откуда такая инфа? Они что, друзья? Ну, насколько я знаю, она вроде вместе с притоном пришла, там, типа, притон ее вроде пришел, привел в гильдию. Ну, блядь. Не, я ничего не хочу сказать, но я... Я не утверждаю. Ну, сейчас я у него узнаю. Гоша, ты, блядь, удочку переодень. Рыбак херов. Дружила, говорит, пока он меня собакой не обозвал. Ну... Это подробность не для всех, конечно. Ну, короче, надеюсь, она за ним не уйдет. Ну, по крайней мере, первое впечатление. Ну, вряд ли идет. Она сказала, это, добивает магика и идет. Я говорю, бабычки, наверное, по квесту побежал. Да, скорее всего. Блин, надо будет на Оне сходить. Я так думаю, мы сильно чилить не будем. Вот, рыба, сейчас будем пулять. Второй танк. Юля в танк. Насчет треугольника, нахуй. Ну, вот ты вот когда ставишь, да? У людей, у них мозг маленький, блядь. Вот смотри, надо ставить прямо туда, где надо стоять, блядь. А я прям туда и поставил, блядь. Не, она не так поставилась. Тут, видишь, ты когда бежишь, они, сука, встанут сюда и все, и очко будет. Вот, надо ставить. Смотрите, блядь. А то там кота меня выплюнуло, блядь. Он мне тогда написал, я хуя. Выплюнуло? Отрыгнула, блядь. Все, она идет уже. Отрыгнула. Ну вот это уже более-менее. Ляночка заебись играет. Только так, а дайте зарядить в лес. Там он тить будет Вадикон, Холидрин. Тогда взятый может ДД. И Витя, у тебя же отображается, да? В ДБМ. Отображается, я не помню название, как обычно. Скажет. Чума там. Сейчас скажу, как точно. Такс. Жрём. Вязкая какая-то там хрень. Банки, мажем всё. Вязкая чума или что? Вязкая гадость. А, мутировавшая. Мутировавшая чума. Мутировавшая чума, это 10 секунд каждый кидается. Но мы про стаки сейчас и говорим. Там, блядь, у всех у вас ДБМ есть. Ну, может быть, она, конечно, отключена, если галочки там не стоит, но она появляется, эта хуйня. Да я ж, блядь, сказал, нахуй, что ты орёшь? Ёбаный сука. Сука. Первый Вадикон, второй Холидрин, третий МВП Хан. А можно сопротик попросить? Нахуя? Обмен кидай. А, ну да, сопрот, в принципе, нормально здесь. Как бы, да? Да, вот в этой треугольнике состоять нормально помогает. Да. Особенно хил. Это третья же фаза, да? Мутирующая. Да, на третьей. Так, что у меня там зарядилось? А, вот зарядить надо. Сейчас я подзаряжусь. Лужа есть, да, у Юли, так что нам не надо ничего заранее, это самое, там, заебись лесы. У нас аэродро есть.
Опа, не понял, блядь, а где маги в рейде? Не понял, опять трюк. Нету. Сука, нету. Вымерли нахуй. Когда нужны, сука, блин, нету их. Пиздец, без булок-то вообще не вариант играть. Сука. У меня есть маг. Свою еду жрать. Ну, походу, кроме меня, с тобой больше. Давай, иду только булки. Короче, Лингрен, сегодня падает колба, нахуй, а потом я пока дохожу в целка, пока, сука, себе напало, колбу не выпил. Так мне нужна колба. Вообще, там у нас Глеб еще есть, ну, в натуре. Глеб? Я шучу, блядь, у меня колбагер. А тебе нахуя колбагер? У тебя есть колбагер? Да, мне нужен токен, это 4-3. А, ладно. Будет тебе токен. Все, все готовы. Так, значит, когда я прошу, Вардам, хуя. Ладно, тебе тоже будет. Короче, Вилания, подождешь, блядь, сначала хлюдим. Блядь. Все, пей, Мардаун готов. Хуярим. Я забыл тактику, нахуй, быстренько подскажите, как тут, что делать. Хуярьте лучше. Юля, кинь вот. Все, даю отчет. Блядь. Че, блядь? А, походу нет. Не начинай, нет еще. Блять, лаги пиздец. Ты бы видел, как я ФК делал профан на сове, блять. Там вообще нахуй. Там не... Уже выходим. Там не то, что лаги. Уже в тысячу раз. Так. 7% на боссе до фазы. 6. Слизнябьем максимально быстро. Набиваем стезня, полдамаг по профу. В зеленого, когда вот это с лужи выходим, когда сбегаются в зеленого челики, хилам не обязательно туда сбегаться. Без вас хватает людей, чтобы сбежаться. Смотрим дебафы на себе. Переводим быстрее. Вот. Дебаф. Зеленый в зеленый. Красный в красный. Спасибо. Быстрее дамажим. Пельмени отбежали, быстренько. Не словите. Сейчас еще одни полетят пельмени. Отбежали, видите, летит в воздухе хуйня. А Вилания бобл проезжает. Лужи вышли. Так. Красные, блядь, пельмени летят, отбежали. Вы смотрите, вы бежите, блядь, все в рыжего. Блядь. Этот, пейте рыжего. Кто там? Керус. Ресни Войда. Беги в центр, примерно, Ресни Войда. И беги. Так, лужа, выходим. Прямо во мне, блядь. Дайте, это, каску и лапу. Берегитесь. Здесь два кадра, нахуй. Вернитесь, Кристал. Зеленый. Керус, ин разобросишь там, когда будет время. Ага, вот сейчас, когда тебя откинуло. О. Чё, похилить нельзя, что ли? Уёбаный в рот, блядь. Дрейт инвалид, рейс его. Папку, каску, пристабав дали. Захилили. Вадикон и Иннер Войда закинули. Что собаку не заюзал? Красный бьем. Я разбей. Берегитесь. Мелики, свич. Пельмени полить. Войд, хорош пельмени, Войд. Да ебать, я вообще висит картинка нахуй.
переводит. Я отбежал в центр, чтобы... Отбежал в центр, чтобы, сука, не словить. Наоборот, мне быстро в метках. Так и скажи, что пиво сегодня... Тихо-тихо, на мне зеленый не успеет написать. Не успел. Бодибил. Набагалось. Осечел уже. Идем. Она будет питься, когда проф побежит. Она будет питься, я тебе говорю. Ничего не забагалось. Неаполитан, ты дурак. Я понял нахуй. Добиваем зеленого. Сука, хули ты не стоишь с нами? Че, прикалываетесь? Убивайте его, ебаный в рот. Вставал, хуюзай. Да куда ты тело покинул, сука? Ты пиздец, дубина, нахуй ты это делаешь? Геру, дайте. Ну резай МВП ханта, Вадикон. Ты пиздец, дубина. Ну так нахуй тело покидать-то, блять. Да, в принципе, должно хватить. На мне третий. ДПС должно хватить. Костя, ты следующий? Ёбаный в рот, блядь. Вообще пиздец нахуй, ты... Я говорю, блядь, все висит нахуй. Чё, не пизди. Ну, блядь, только вот уже появилась, нахуй. Берегитесь. Она мне... Стой, заберите, заберите. Вы чё... Рофлите. Костя, ты собрал фул? Я собрал, и меня убили с меткой. Молодцы. Понял. Надо, чтобы кто-то воровал. Вадикона 3. Ханты, будем работать сегодня? Вот на рарнике один. Сейчас рарник пускай еще 2 заберет. Слушай, выходите. Я говорил, блядь, заберите проф. Блядь. Ну еще один своруйте. На рарнике. Все, больше не воруйте, просто добивайте. 2 ляма. На Юле третий повешится, успеете добить до четвертого. 1 лям. Главное, слушай, сейчас выйдите. Леха, забирай. Племенья полетит. Берегите. Пиздец. Здесь, конечно. Очень много пиздежа лишнего. Колок. Колба какая вкусная. А что, Мэтт Фокс и Кандидат? Что, не выпало? Нет. Нет. Не Мэтт Фокс, а не Консилятор, нет? Как Великая всегда. Великая победа Орды. О, это мой, это получится мой осколок? Ну, наверное, нет. Нет? Наверное. Ну, получается. А, то... или не получается. Ну, получается мой, но. Ага. Сюда, да. Что, там есть рез какой-то? Неужели, блядь? Могу на хранение забрать. Кого? Осколок? Да. Я тоже могу. Авилань, пусть полежит пока. Ханту закиньте, пожалуйста. Кто, Лёха? Ждите нахуй. Я говорю, тебе один знак надо? Да-да-да, мне надо всего лишь один. А, ну забирай. Это 4-3, которые... Дайте, Костя. А ты на кого? На хапала тебя? Мне на ретрика. Голову апнуть. Я-то 10-ю голову апаю. Вот так вот нахуй. Вот так вот, Костя. Я понял. Спасибо. Ну было. А те на кого, Костя? Тоже на ретрика голову? Мне на протика надо. А ты еще месяц не будешь играть. Ну, блядь, почилишь. Ну я все понял. Хорош. Можно будет 3D-чика. Давай я тебе тогда. Давай за 100 гп заберешь. Где твочера, дай? За месяц отмоешь эти 100 гп, чем проблема-то. Так, рарник, тебе это не надо. Керус, будешь хила собирать. Это как, VIP-предложение всем бесплатно, мне за сотку, да? Да, конечно. А тебе по акции сегодня? Че, пошли на синдру? Бля, какой я там пати третий? Пиздец, ебатория, блядь. Я хуел, там это проще. АЕК на синдру просится. Ну, пусть просится, блядь, на магом. На мага только. Могу уступить. Не можешь. Могу. Нет. У тебя 2Т5 есть. И что, блядь? И то. А там ДД. И что, блядь? Сказали, не, хилы не уступают, все, рот закрыли. Хилы, короче, танки не уступают. Я вообще хуею, как вот так вот вы хилов создаете. Ну это ответственный класс очень, блядь, и танки. Без них просто рейда не будет. Ну уступите, нахуй, давай просто разойдем, распустим. Так, Слава-то лагает, но можешь сказать, что
Ну, типа страховка. Нахуй тогда играть вообще, блядь, ну. Я этого ранника оберегаю. Ну вот, видишь, хоть что-то полезное делаешь. Ну да, и три раза не помираю на профе. Ну да. Ну я тоже там оберегаю. В принципе, ранника. Ну ебать, это так чисто осколок, вот этот один, это как талисманчик. Может быть из-за диса лагает, я помню. Коломаночка, когда грустить начнешь? Я помню, что челики в дис выключали, прям типа, может из-за диса так лагает. Возможно. Короче, когда грустить начнешь. Какой пати? Ты что-то забираешь вообще, Эк, нахуй? Ну ты вот пати говоришь, тут фулл рейд сидит. Я вообще поменял. Какого-нибудь милика на РДД. О, ну если он магом, то да. Какого милика? Танчите просто все. Какого милика? ТБЛ не за Ханыч заберет. Я не буду брать ТБЛ. Мне он не нужен. А он что будет брать, этот маг? ТБЛ хочет. ТБЛ хочет. Который, блядь, падает раз в год на пасту. Что, алло? Да, один-единственный раз это у меня. Так а что, подожди, он по приору забирает вообще его? Там ниже меня люди не хотят ТБЛ себе взять? Ну, надо, чтобы эти люди сказали, хочет ли кто-то. Ну, заранее это выяснить, просто, да и все. Если Заломановичу нужен ТБЛ, то он чилит, сидит. Все. Нет, у нас взятый есть, алло, у нас есть взятый. А ему нужен ТБЛ, да? Ну я не знаю, пусть скажут. Да как-то это тоже хуйня, блядь. Маги почему-то тремя спеками играют. Ну, который дамажит, в том и играют. Ну, так, ну, три не на три же спека забирать. Если есть приор, пусть берет, блядь. Ну, так я про это и говорю, я сейчас озвучил. Где взятый? Хули он молчит? Я здесь. Ты будешь ТБЛ брать, ХМовский? Я бы не отказался от ТБЛ. Все, значит, взятого 30, у этого сколько? А, так даже так это... Значит, найти не могу его даже. Вообще, у него 23, а там 30. А, ну все. Вот он есть, 23, да. Что, закончили? Но вместо милика можно было бы взять. В любом случае. Взятые. А нахуя тебе ТБЛ? Вместо какого? Если у тебя есть карта, которая... Вместо Дартиса, например. И Сердце Грома. Дартис, тебе ничего не надо, Синдри? Ну, если ему, типа, ничего не надо, то на Синдру точно можно. Ну, посмотрим сейчас, давай. Ну, там РДДшников побольше просто. Пошли. У нас контов много. Пошли в центр комнаты. Я не видел, что сейчас логи стали забиваться просто в крит, а не в хас. Ну, это дестрики. Ну, дестрики, они и забиваются в крит. Это дестрики. Глора, не знаю, кому там глора нужна героическая. Ну, на трансмог чисто, если... Не, носить. И печеньку забрал, сиди молча, нахуй. Это не грусти, Костя. Писька не будет расти. Знаешь такое? Мармеладка. Короче, Войт, ты мне там говоришь, это, за 100 ГП хорошо. А уже поздно. Не, Костя, отстань. За косарь ЕП заходить, танчить тогда. Это предложение. Я понял, блять. Я за косарь ЕП тогда хилить. Ну я тогда, мне тогда каждый присылайте нахуй на карточку, нахуй. 10 тысяч рублей в месяц, нахуй, каждый. Да, ты мне тогда за вчера 10 тысяч рублей скинул. Ну тогда как? Ого. Я скину, как мне скину 25 человек, так тебе сразу скину. О, нормально. И все, и тогда я буду делать, тогда я буду донатить волонира и хилить вам, нахуй, всеми четырьмя. Нормально ты придумал. Там 30 тысяч, да? Да, да. Всего 3 человека. У нас там, кстати, бидон АФК стоит, поэтому... Да и похуй. Хуёво. Если хочешь себе на ДЦ-шку, то А да? Нихуя, реально что ли? Не верил, нет? О да, я не знал, мы не знали. Да, серьёзно. Да, серьёзно, не серьёзно. Ёбаный рот, на. Дебилы что ли, или что, блядь? А ты еще спрашиваешь? Витя? У нас саундпад отключен, я могу покрякать и так. ДЦ и Волонир, нахуй. Мордаунд, блядь, привет, нахуй. Как дела, блядь? Так, Мордаунд, как в школе, нахуй? Так Мордаунд единственный гений в своем роде, вы что, блядь? Mm-hmm. Если ДЦшник вместо щитов станет хилку давать моментальную, нахуй, то тогда да, блядь, нихуя тогда Волонир заиграет, блядь. Я понял, слышишь, Лёх, как я придумал, как можно, короче, минус морали этим осколком поднимать. Вот ебай хуяк, щиток не выпал, понял? Ты хуяк открываешь инвентарь, такой осколок, и да, все, да, блядь. Да. Я говорю, раз такой загрустил, такой открыл инвентарь, посмотрел. В общем, долго он тебе еще будет помогать, да? Долго он еще будет лежать и помогать, да. Душа греть будет. Да. Так ты знаешь, сколько у меня полтора года лежат два осколка, вот смотри даже, блядь, могу... На волонир, на фристе, нахуй. Знаешь, как греют его? Ёбаный, я открываю, думаю, нихуя, это хули фрист такой, блядь, как нажал, блядь, круг исцеления, так весь рейд захилился, блядь.
А Ек, если ты типа куда-то собрался уходить, ну ты без ЕП будешь сидеть. Че там, пользуется каналом, приду. Это замена сибирской РТ. Никто нихуя не писал. Пусто нахуй. Значит, нет, никого на замене, че. Никого на замене нету. Вон я там сообщение написал. Получается, если там не написали, ЕП не дают. Братела, АЭКФМ, давай, блядь, открывай в DC канал, пиши, вот так я тут, напишите, блядь, надо было медленный режим поставить, да удалим нахуй эту хромоту. Не надо ставить медленный режим. Что вдруг, ну, если проебутся, то могут... Да, пускай, чтобы там... Пиши, пришел с Синдры, а не вот эту хуйню, там не спам, ничего. Парни, а АЭК на Аркане был или на Файере все время? Да на всех спеках они были. На всех трех. Маги всегда. Но я ходил неделю в прошлую эту на магии, и я ни одного метеорита не увидел. У меня нету 4Т4, а два мага были точно не файерами. Они... Ну, он и... АЕК 2Т4, 2Т5, поэтому... Изначально он файер. Но так как сейчас играется в 2Т5, 2Т4 Аркан, очень сильно. Уже не играется. Не играется, да. У магов, по-моему, они... нихуя не играется. Каждую неделю спекают. Ну, только с правой рукой, если играется. А что, до этого левый играл, да? Ну, все возможно. Только букву R пропустил там, всегда был фраер. Я всегда был фраером. Куда побежали? Да нахуй мы побежали на туре. Там бидон просто ивент нам делает. Хочет заевейдить, да. Ну он же не двигается вроде. У них должен быть норм, нет? Отлично. Ты пиши в канал, в который ты вот это написал, я тут, пиши, что ты на замене с такого-то босса. Да, пиши, я на замене с профа, просто с профа. По времени мы засечем и посмотрим. Реально. Иначе типа без ЕП. Дайте, здесь не канает. Копи ЕП, приоритет. Ты же не один. Я сейчас на баллонку зайду флексить просто, нахуй ТБЛ заберу. Да нет, я его сейчас на ШП заберу, нахуй. А ты-то куда, блядь? Ты чё, мать? Будете чилить, нахуй. Ебать, ТБЛ на ШП, нихуя. Просто на туре, нахуй. Буду, блядь, мощным ШП с ТБЛом. Дед сегодня всаженный, короче, я понял. Могу на хэпала взять, блядь, ТБЛ, надо? Я тебе говорю, он перед рейдом фильм. Ебать, ноль кадров, нахуй. Он не выпадет, он ТБЛ. Ёбаный, блядь. Но он не выпадет вообще, да, он падает раз в год. ТБЛ. Как апокалы ТБЛ? Всякие и такая херня. ЦЛК один раз выпал. ТБЛ? Да. Сейчас вот один Дагер и один ТБЛ. Два, по-моему, ТБЛ было, нет? Героический нет, один. Ну, один героический, один обовский. Кстати, я забыл. Да, ТБЛ вообще два. Редко видел. Обычных два. Сейчас вот выпадет Локо, кольцо, ТБЛ? Это... Да. Сейчас ТБЛ выпадет, я забираю, короче, бесплатно, нахуй, просто, блядь. Да, ну что, да, нахуй, никому не нужен. Да, ты и так людей на шмотки наебываешь. В натуре. Да, наебу, нихуя себе, блядь. Наебер, а что, нет? Нет. Ну, а как это называется, говорит, за сотку забирай токен, который бесплатный. Ну так, это, блядь, ну, ты же не дружба, забираешь. Дружба, я не знаю, уважение. Дружба народа. Народов. Народу. Уважение. Вот всем бесплатно, а ты особенный, тебе за сотку. Да, на туре, блядь, по-еврейски. Еврейское лицо, блядь, морда. Ну, в смысле, не мордаунт, еврей, блядь. Я не еврей, нах. Так, а при чем тут мордаунт? Ты вообще какого хуя тут мордаунт? При чем тут евреи, блядь? Сразу и еврея приписал ему. Анекдот, знаете, анекдот, нахуй, про этот, про еврея, нахуй. Ну, отступает, короче, еврей в партизанский отряд, блядь. Ну и, короче, ему дают первое задание, короче, блядь. На, говорит, листовки раздавай, короче. Ну и, блядь, хуяк, что-то, блядь, день нету, два нету, три нету, ебаный, что за хуйня, куда он пропал? Неделя проходит, ебаный, он приходит, ну чё, блядь, ну чё раздал, ебаный, это. А, как он сказал? Продал, говорит, ебаный, нихуя, говорит, задать. Нихуя, говорит, задачку задать. Ты заебал фоном, Зуламанович, говорить. Нихуя, говорит, пиздец. Задачку задали. Все, говорит, продал, говорит, нахуй, прикинь, листовки, говорит, его, говорит, да, распространяй, он их продал, нахуй. Листовки, ебаный. Еврей, нахуй. Они, сука, все, что хочешь, продадут, блядь. Все, что нужно и не нужно, нахуй. Есть такой же, но, короче, похоже, только с военкоматом, блядь. На ID повестке раздавай, фу, блядь, заебался трабоили. Продал, да. Вот тему убираем. О, хилимся, ебать. Нихуя. Читки-то не помогают. Хилимся, живем, получается. Ну я подхилю тоже себя. Ба. Ого, ебать.
Берите тотемы там нахуй, алло, блядь, писты. Ой, сука, шаманы. Это по-любому не люблю, нет, неаполитана было. Не люблю щиты. Тотемы нахуй. Сука. Короче, вот. Ты неаполитана, что-то недолюбливаешь. Да, он что-то говорит, в Сибири сбегали. Он его на это, на профи тогда триггернул в прошлом КД. Ну, такая ему... началось. И все, блядь. Это, ну... Это кто? Походу под жесткими таблами сидит. Кто не помнит, нахуй, там метка первая, это, на взлетке 6 глыб, нахуй, вот одна, не в звезду, а немножко 2 метра назад от звезды, чтобы танк мог в звезду встать перед глыбой, чтобы синдру ловить удобнее было. Вот, одна в кружок, и 2 слева, 2 справа. Речь между метками 12 метров. Вот. Рыба, вот. Жрем, сука, где рыба? Вот она. Бля, бля. Короче, на рыбу сели. Короче, это не ебланте. Если будем ебланить. Нет, ГП будет, а. Он. Тебе можно авансом сейчас ебать прям. Да, да, за что? За все так хорошо. Показательный будет такой, знаешь, казнь. Юра, готова, нет? А, стоп, взятый пишет, что типа... Ну, за ГП не надо. ТБЛ ему. А, ну, что ты там... А Ляночке надо? Ну, а кого свищим? Вот надо спросить там у Ляночки, ну, надо ли ей. Нет. Ну, смотри, ну, можно Дартиса, можно Хука сменить, можно... Кто еще мало дает? Дартис, только Хук. Миликов. Хотя, не, Хук вроде нормально дает. Хук тебе надо что-то? Дартиса. Ну, Хук, смотрите, едем дальше. Неаполитану надо? Неаполитан на РДД пускай будет, блядь. Я говорю, ему нужен ТБЛ? Сколько у этого? Это у него 28, по-моему, было меньше. Я давай. Отметить не могу, он не в рейде. Давай, заебал, нахуй. Весь мозг выебет, нахуй. Да, все ты... равно нам нужен рейндж. Давай, ну, сейчас вот, сколько у нас не, неаполитан. Вот, неаполитан забирает, он выше АЕ. Лему, ну-ка. Лему вообще прям он выше. А я пойду почилю, хули. Не, не, неаполитан забирает. Дартис работает. Он типа АЕК приоделся, он упал. Ты че, у нас типа рейнджи нужны? У нас миликов пиздец много. Мы в освобожденке будем ставить просто все. Ну давай, похуй. Дартис. Все равно чудо нихуя не надо. Я пойду почилю. Портанись, Дартис. Печеньки падают с этого босса. Ты давай там кнопку... Как они там паладинам нужны? Кнопку стола, нахуй, приготовь там АЕК, нахуй. Сейчас придешь, стол будешь ставить, блядь. Не надо штурделей взять. Ну, а чё ты хотел, ЕК? Вот, залутал... ради этого тебя и взяли. Да, залутал, залутал два куска, блядь, и все, нахуй, жди. Дартис, только далеко не уходи никуда, напиши там. С профа сидел, говорит, а на ЕК в онлайне. Напиши тоже в этот, в чат замена сибирская, вот это РТ, блядь. Что, блядь, что ты не исчез никуда там. Вот. Братан, вы можете это писать одним сообщением и ветку себе создавать, где вы заходите, где вы... Ты гайд надо записать, нахуй, на всю эту хуйню. Я понял, нахуй. Видеогайд. Они не умеют ветку создавать. Нахуй. Я тоже не умею. Там я права тоже... какие-то нужны. Решетка прям. Какие права, одни обязанности, нахуй. Ты можешь самым создавать ветку в теории. Ну это, конечно, слишком. Ну чё, короче, блядь, АЕК, ты там банки выпил всякие, там, масло, блядь. Да, он тебе уже он тебе стол поставил, блядь, а ты сейчас без стола, блядь. Я тебе, блядь, в смысле, я тебе 50 чая нахуй дал, а ну чай верни, блядь. Всё, давай, проверка. Чай ты мне не давал, по-моему, блядь. Костя, Костя, ты хочешь печеньку, иди, короче, танчи. Что-то я не помню, может, ты не мне дал. Все готовы, пошли, запускаем. Ладно, я запускаю, блядь, на чай. Первый кто? Бафните меня, пожалуйста. Кого? Это же за бафы. Сейчас гляну, чтоб точно. Ну, кстати, инту бафни, пожалуйста, АЕК. Ага, во. Да, инту, пожалуйста. Но если инту. Здесь еще есть МК, можешь за ломан еще МК дать, я тебе вообще ебать тысячу респекта кину. Ну так готовимся, там с пула буквально как секунд 10 и... Скоро будет это... Притяжка, нахуй. Сам придем? На 85% притяжка. А за ломаныч? Как это понимать, я тебя вообще ебать. 4 хила у освобожденки, подсейте. Сейчас притянем. Убегаем. Это понимать не надо. Опа, я на месте, все, отошли от меня. Прячемся.
Глыбы играем, сука, фуловые хули стоят. 4 бомбы все падает, вот вторая упала. Еще 2 бомбы осталось. Вот падает на центральный рядом. И последняя. Слева падает. Не разбейте раньше времени только. Все, фул ДБС. Получи, говорит, фашист, гранату. Стец, опять 3 хила в освобожденке, 4. Ничего, у нас 6 хилов. Я помогу волной похилить. Мардаун, ты где? Притяжка, готовимся после дыхания. Бля, хорош хлопать. Притяжка, готовимся. Убегаем. Кто хлопает, сука, не хлопайте нахуй, кто там? Вот я отхожу от рейда, когда хлопаю обычно. Не, хилы 1-2 стака могут разрядить, ну чтобы ДДшники хуйней не занимались. Угу. Эти самые метки. Прям в упор не ставьте никогда к стене метки. Я вообще ее с рейда выношу, стараюсь выносить. Внимательно смотрим на хуйню нахуй на полу. Вот. Прятались. Нахуй не лучше не смотреть. Или не ловим. Где падает? Слева падает. Крайняя глыба. И последняя, четвертая. Фуловые глыбы бьем, блять. Вот. Бьем, бьем. Звезде глыба. Ну, блять, 2 бича нахуй. Где там мы макрос нахуй? Уже? Ну конечно. Разбейся, глыба. Неаполитан, стволка есть? Ты на профи нюзал, вот хороший. Стал. Значит, хорошо как раз стоит. Не, это Керус, резкий Святоса. Я не удержался, нахуй. Святоса. Блять. 2 кадра, сука, я хлопнул, да? Мы тебя хлопнем потом, нахуй. Все, скоро фаза будет. По-моему, притяжка даже не успеет. 3%, а может успеет. 2%, быстрее хуярим. Все, фаза пошла, нет притяжки. Может быть, час будет. Первую разбиваем. Только смотрите, не очень быстро прям. Так, неаполитан, звездочку милики ушли. Сейчас перестаем взрывать вообще. Хук. Блять. Там-то хук. Стоп, стоп, ДД. Фу, блять, успели. Еле-еле. Следующий туда же, милики. 2 тычки дали и уходим. Взятый. Сейчас притяжка, да? Да, сейчас должна быть притяжка, по идее. Ну да, пойдем. 2 шага вперед. Готовимся. Стоим тихонько. Не разбейте. Ее надо не разбивать. Ой, притяжка нормально. Прям идеально. После притяжки разбираем следующую эту звезду. Звезду ставим. На ком там еще не было. Так, мордаунт неси. Милики ушли. Стоим, скидываем стаки все. Бейте. Разбивайте, следующий туда же. Святость. Вавилоню иннер дайте, плиз. Керос иннер. Так, следующую звезду. Invisible. Остальные в сторону. Не, еще притяжка будет. Следующую тоже звезду ставь. Так добьется босс. Следующая притяжка. Следующая притяжка будет. Следующую звезду. А то притянет, мы еще бежать не успеем. Хватит хлопаете. Сокру дал. Короче, на хп дал. Бля, а че вот впаду что ли с рейдом? Все, после притяжки просто лям добивайте и все. Вышли, разбей. Гиро ваша не давайте, не буду давать гиро. Ханта разбейте там.
Все, и добиваем. Блин, бля, прикинь, сейчас с тобой на туре падает. Сейчас метка от морда. Да нет, нет. О, Костя. Кольцо и левая рука, это стандартно. Ты хотел. Че там ДБЛ? Развейте шары ебаные. Хуй там. Я ж тебе дал токен уже. Ты сказал один. Так ты Адила не дал. Не-не, так это Костя же тоже там, ну хотел, он сейчас тебе говорит. Да блять, не тот нахуй, я не про тот говорю. А-а-а. Так, а вот такая хуйня у меня есть вообще на престе, кто знает? Ну, будет две, какая разница? Какая разница, все равно. Не пропадут, всегда можно качнуть энчант и распылить потом. Осколок, жду лутера. Она каждая КД падает, нахуй хуйня вот эта. Я не помню, есть или нет, блядь. Да заберите, блядь, что-то. Ой, блядь. Значит, отдай кому-то другому. Давайте, Валяк, ёбнем. Да? Так, ну у вас уже ДПшнулись. Чё, может, тоже Заханыч там будет собирать ВХ? Я тоже думаю. На друиде точно есть. Так, хулидринг, да, хочешь? Если, короче, я тебе даю, ты все, ну, прекращаешь. Бросаешь работу, короче, начинаешь ходить. Да какой ли? Нет, там... Каждый день, да? Там Мэтфокс, потом канцелятор, и только потом я, нахуй. Я беру, потому что этих двух людей в рейде нет. Чё, хулидринку, короче, забросил. А тебе это Т-10, которая... А где, кстати, канцелятор? Я хуй знает. Задержится, сказал. Тебе это 10, которая без ДС-а, да? Вот это апать. Нет, нет ДС-а. Ну, Т5, ой, Т4. На платформе у Лича там. Вы это, Валик, надеюсь, не сагрили, блядь? Мы их бьем. Он дарте с места против. Да, бейте. Слава, лутера, дай. Чего? Лутера, дай. А, ща, блядь. Два табы это будет лучше греть душу, да? Ну, так, а ты прикинь, как сейчас три будут греть душу, ты Все, забирай. Я бы вообще на самом деле часа два бы на этом просидел на воронка фарм, ну полтора там, и пошел бы и банул бы вот. ЗС, правильно? Ну, может быть, из ЗС, если воронка фарм, типа, с теми мыслями, что типа продолжать потом воронка фарм. Возьмешь Дартиса в рейд? Он глору хочет. Просто, блядь, нам надо, нахуй, это, вот, воскресенье... Подумаю. Ты во сколько уходишь сейчас, через полчаса где-то, да? Я? Ну? Через 45 минут. Ну вот, видишь. Надо бы ебануть этот самый... С кого нам пойти? Мы хотели на Каратреса ебануть, быстро ебануть его, нахуй. О, все правильно, я по природе... Ну, ебать, я не знаю, мы успеем, типа, дойти 40 минут? Нет. Завтра все закроют. У нас лич 17 минут бьется. Ну ты говоришь, все закроем, нахуй, мы придем, а, блядь, получится так или нет. Ладно, похуй, хули, блядь. Где... Слава. Как, че мы, блядь, вот не видели такой хуйни? После лича воронка фарм, не ебите мозг. Это вы вчера мозг выебали, блядь, полтора часа, нахуй, БС, блядь, просидели, блядь. Если б собрались все быстро. Это, Костя, потанчишь? На трэше. Я место уступлю. Че, Войд, дашь дэсики? Три штучки. Да, я тоже могу место уступить. Как дэсики? Ты Т-10, блядь, апаешь. Ну, а, там не надо. Ёбаный в рот, нихуя. Возвести хотел. Кому там... Поставьте ГБ, блядь, Костян, нахуй. Как я тебе ДС буду дать? Меня забагалась эта хуйня. Мардаун. Вот еще один ГБ есть еще. Ага. Ну вон, АЕК уступали на Синдре, все он и уступит. Витя, ты что ли? Да. Нет, я канцелятору уступал. Ну или Дартису, кто там из них. Че вы хотите? Че они хотят? И оба хотят Глору. Я уступил слот. Ну вон, канцелятор пишет. А по приору кто? Вопрос в том, кто по приору ее забирает. Не, я думаю, канцелятора выше. Да, канцелятора выше на 20 сотых. Так что... А почему вообще МВПХ поступает? Ну да, тот же вопрос. Ты что там? Большая, нахуй, разница. Че там, все 25 тысяч дают, что ли, в рейде? Да, по IQ. Хук, тебе что надо с лича, блять? Угадай. Что роги надо с лича? Ему печенька нужна. Нихуя. Печеньку канцелятор забирает, нахуй, не бить. А вдруг три даггера выпадет? Вот обратно МВП хантурейт, нахуй.
А Дартиса нахуй? Хукт, Диси нет. Сука, давайте быстрее нахуй. Вы охуели что ли? Будете сидеть на тех, на ком вы нихуя не заберете и с лоу ДПСом. Чего тебе надо с лича? Быстрее. Я скажу тебе, почему ты это не заберешь. Я понял, но... Ты 10.2? А-а-а. А чё, разве не выпадало? Это наебалово, вы чё, какой-то 10.2. Ты 10.2 вон в обычке заберёшь. Заебали. Короче, хук, иди, иди портуйся. Вон там рога есть, он и кинжалы заберёт, и всё, что есть на рогу, он заберёт. И МВП хант, нахуй, нехуй съёбывать с рейда, блядь. Ты видишь, что у тебя в рейде сидит хук, нахуй, твинком, нахуй. Которому, сука, в обычку ещё ходить надо, нахуй. Ну 200 какой там, блядь? Ну, уже 260. Ну и что, блядь? Там боди заберёт, нахуй, это мейн, блядь. Да у него приора больше просто, хуя вы, боди, блядь, даже. Будем забирать тогда, когда все фуловые будут, нахуй. Тогда я зайду на вару, вы не провогоните, блядь. Ага, нихуя себе. Ну вот, нахуй. У тебя нету вара. Кулидринг, блядь, ну я хуй знаю, не могу помочь ничем. Сейчас себе вообще заберу печеньку. Пожалуйста. Хуя вы, блядь. Блять, это осколок консилятор заберет. Ну ладно, два тоже неплохо погреет душу. Да вы разбиваете их, так сейчас я хуй знает. Ты их главное, да, сейчас распредели просто, чтобы один в одном слоту лежал, а другой в другом. Так двое сильнее греют. Так я так уже и сделал. Не, я престом до конца дойду этот рейд, нахуй. Я, может быть, в тот, нихуя, ебать. Я вообще не лутаю, ну, что хочу, блять. Я по полгода не лутаю, нахуй. По полгода там просто. Там хоть один спекнитесь, холика, нахуй. Я в ДЦ, ну, да, блядь. Все, Гоша, ну, мордаун в холика. Этот. Я в холике еще не знаю, как в ДАТ 5 хилить. Не хилил. А он и так в холике забить. Ну и все. Я в ДЦ. Мне-то проще одну кнопку тыкать. Этот, чуму диспелить будет самый бесполезный класс в рейде, это мордаун. Мордан, ты есть зелье дикой магии, дай, пожалуйста. Это может быть не класс, а спек. Ну, спек. Джандис в рейд пишешь. Это самый. А не Вича. Нет, я говорю, да зачем нахуй? Кто хилить будет? Мы Валька схватит двух хилов, и все, и что делать, нахуй? Надо хилить нормально. Ну вот у вас 6 хилов. Куда вам еще? Ну он-то на ДД хочет зайти, не на хила же, блять. А, в пизду, никто она. Давай уже это, проверку, да, погнали. На туре, блядь. Не жуется на лече, блядь. Консилятора забафайте там. Ну, он так нормально дает. Я, короче, этот самый. Этот самый. Я запустил, короче. Ну, кратко объясню, блядь. Я на ДЦ очень буду это отвлекаться на всю эту хуйню там. Сука. Все оправдание работы. Так что два это ДЦ, блядь, два приста в рейде, ни одного бафа на консилятор я не вижу, нахуй. Вы охуели? Как это ни одного, блядь, вот бафы все есть, чё? Костя, давай ему распиздона. Все бафы есть, ты только нет на нем. Но она ему приняла. Юля. Все по-старому, по старинке. Ну, по танкам. Сейчас еще и Войд пиздеть будет. Малина не казал. Ты не расстраивайся, Кость. Чему кому относить? Офтан. Лингрену. Наконец-то. Вот офтан. За спиной будут нас вести. Мордаун, ты квадрат. Просил ты зелье дикой магии нахуй. Нет, я же сказал, ты меня зелье дикой магии. Ты чему диспелишь, слышишь? Мордаун. Так ты ж ДЦ. И что нахуй? Он от ворота жмет. Не дай, бог, нахуй. Не дай бог, кто-то не увидит с чумой, я, блядь, диспелю поебать. Диспель? Самое главное, чтобы человек от чумы не умер, вот это самое главное. Остальное похуй. За плащ встаньте, не слева. Неаполитан. Пробегаем. Сука, улетите на ловушке, пизда вам, нахуй. Поменяю на хука, нахуй. Да? В один фрейм встали все под плащ, блядь. Отбежали. Консилятор на 7. Пробегаем. Киру, забрось инер по воде. Мы с инер. А ты сдал это, Ищадя? Вот, сдавай Ищадя сначала. На половине сдам.
перед. Диман, Маныч. Стоим перед. Мы ВП хант нахуй. Да я уже там стою, что? Все нормально, Маныч. Пизди мне, блядь. Пробегаем. За шипом ставь. Все под пластик. Кто, блядь, застанем? Шаркаря. Пробегаем. Все под плащ. Там рядом аккуратно. Пробегаем. Лингер, там у тебя был явно с ним? Нет. Все под плащ. Перед шипом, все стали перед шипом. Чума, сейчас смотрите. Там трапа перед вот, шипом. Да. Внимательно в трапу не носит. Нормально. Чума, она взята? Взятый. Взятый. И ловушка, секунду. Чё с диспелом, сука? Не пробегаем, успел. Ловушка. Бомж, блять. Чё, перевели, да? Ну сам да. Диспел, ебать. Чё могу сделать? Парник и вообще. Ну мам... можно поднимать его прямо здесь, не? Нет, ну... нет. Нет, давай не будем рисковать нет, после фазы. Сейчас пока так играем. На второй фазе Кира это уже взято. Только в заражение не встань, самая главная ошибка, блядь. Ой. Что это было? А как тебя убило? Умер? Знаю нахуй. Охуеть. Друид инвалид, ты рейсать будешь войда сейчас. Сферу сбейте. Сферу. Все подплатят. А, это гневный дух убил автоатак. Появился и сразу убил. Все куда? Так, заражение прошло, все встает. Прошло. Начал в центр, все подплачут. Бодикон по... Где дона Эмира? Я Войда отдал. Ага. Там забав по каску приставок. Приставок сейчас я дам. Вышли из подвала. На Юльке. Одновременно будет сейчас. На портал. Ты под плащ. Вот тварь. Оскорбление 3 секунды, милики, разошлись. Где оскорбление? Печеньку разбейте. Быстро, по валькам весь рейд, быстро, быстро. Трусы улетают. Трусы, трусы, дайте трусы, стан что ли. Дам стан в трусы. Давай, давай, давай. А, невосприимчивость. Да, уже дали несколько. Да. Давайте, давайте. Бейте, бейте. Разбили все. На грани, на грани. Сейчас осквернение будет. Палы, каски. Мы каски возвращаемся? Да? Каску дали там, осквернение в центр вышли, потом лича. Разошли. Потом в центр идем. Лича в центр. Святос. Все, идем в центр. Лича в центр, под плащ на портал. Каски дали там? И лапка. Да-да-да. Правильно, каски висят. На всех точно. Фул по валькам, пока скринья нету. Станы дал. Оскорение 4 секунды, милики, расходим. Зайдите, чтобы всех одно место вывели. Лича в центр поставьте.
Так. Мечты под плащ. На четвертой волне вот валик разобьем, и там примерно нужно переводить два меча. Осквернение. Осквернение пару секунд. Из-под валик выйдете. Черепок, отбегаем, отбегаем, блин, отбегаем босса, от него. Из-под босса. Все, валик бьем. Шенька. И 3% на чебом. Кружок Гонстан. Невосприимчивость. Ту комнату поводят. 43. Я повожу. Сейчас готовьте мастакру, мастера в налет, всю хуйню 1%. Угу. У кого аура? У рорника аура. Угу. Рорник дает. Мастакру дам. Керус по войду дашь, Шейнер, сейчас, когда зайдем на край. Рорник ЭМА. Продлил. В бидон Эйнер к нему. Бидон... Ставь тотем, мордаун, давай на ману, сейчас щиток дам. Рано, мы сейчас проебем. Да не рано, нормально. Тебе щиток дам. Же рано, минус 8. Помогите 8. По сферам. Да, да. 2 секунды проебали. Сферы бейте. Бьют сферу, все с ними в порядке. Что-то слишком близко было. Пожалуйста. Угу. Это кринжа-то тоже есть. Кринжа? Ну, кринж всегда есть. Подождите, я зашел в чат. Сейчас опять мудам. Давай. Сверки, сверки, это. Че, вот взбейте? Юля, я заберу. Сейчас комната. Заходи. Даже звездой на портал. Даже дух успели доиграть. Нихуя себе. ДПС много чё. Налево. В угол вот здесь. Пробегаем. Далеко пробегаем за угол. Угу. Впереди бомба. Сейчас хлопнет, побежали. Сейчас сбегаться готовьтесь. Сейчас 5 секунд и выход. Разбежали. Блять! О, молодцы, блядь. Ебать! Это что было? Это... Упали? Это... Да нихуя это не было, прыгайте вниз. Это так, нахуй, это, ну, лично, нахуй, долбоёб, нахуй. Тактику забыл, нахуй. Я объясню, что это было. Я объясню, что это было. Лича надо ставить подальше от края метров на 15. Потому что, когда он затягивает в комнату, он поднимает людей в воздух вокруг себя в радиусе 15 метров. Когда он выкидывает их с комнаты, он также в радиусе в кружке 15 метров выкидывает их рядом с собой, чтобы воскрешение в них кинуть. Вот, чтобы он не выкинул их на обрыв, надо его не ставить рядом с обрывом. Это к танкам непосредственно. То есть, Юля, Лингрен, на ком из вас был Лич, надо его подальше от края ставить. Вот, кто вайпнул рейд, это танки. Я так уже вайпал один раз рейд. Поэтому, блядь, заново начинаем, нахуй. Ничего удивительного нет в этом. Это просто нюанс, про который... Я об этом думал, но когда мы входили в комнату. Ну, бывает такое, нахуй, да. Раз в 3 года суицидники, бывает. Суицидники, короче. Да, танки суициднули рейд. Но они как бы не знали, теперь знают. А я вообще, блядь, с панельки выкинул, нахуй, скилл, нахуй. Ну, когда резнулся, себе баф давал. И выкинул он, нахуй, с панели. Хорошо, хоть баф. Нормально. Жрём. Короче, дух там, походу, во мне появился. Я щитки давал. Он мне автоатаку дал, 25 тысяч, я сдох. Я щиту, нихуя, как так сдохну? Просто во мне появился, походу, меня жрём. Ты что-то... Ты что-то вообще в этом рейде какой-то... Вялый. Батный. То пельмени нахуй ловят 3 раза на профе нахуй резали. Это вообще пиздец нахуй. Да я говорю, мне надо, ну, без диса играть, чтобы, ну, в хиле... Да. Хули, да, нахуй. Давайте создавайте хилов, и посмотрю, как вы ебланить там будете на этих хилах, нахуй.
Это же, ну, я же не играл всю жизнь на хилах. У нас вот хил был, который релил. Вот он, ебать, он просто всю жизнь за хилов играет, и он прямо релит на них. А другой был, который не мог на хилах релить. А я вот на танках могу, на хилах наоборот не могу, блядь. Ну, ДД еще как-то, блядь. Да хоть ДПС проебаешь половину. То есть ГП, то есть ты себе не дал, я правильно понял? Хочешь, чтобы я себе ГП дал? Я тебе тоже дам тогда. Подожди, а где справедливость тогда? Нету справедливости в этой жизни. В нашем мире нет, ну. Я понял тебя, нахуй. Я себе ГП за то, что я блядь, сдох случайно. Нахуй. Нет. Ну и все, блядь. Вот случайно и все, три раза случайно. Запустил, да? Короче. А, блядь, три не надо заряжать. Я еще три не заряжаю, блядь. Понятно, блядь. Натури, нахуй. Ну вот оно, нахуй. Это, ну ты тогда, Гоша, сам голосом скажешь бидону, блядь, когда этот самый будешь... Этот гимн готов будешь читать. Потому что там на щитках сосредоточусь. Там, блин, абсорба мало, блин. Хэпала обгоняет, ёбаный рот. Как обгонял, кстати, на этом трае? Ну-ка, линка, нить, хил, абсорб. Или чё там, нах? Я чилю, я понял, нах. Да это отмазка, нах. Не хочет обгонять меня просто. Ну, хуй знает. На переходке, по крайней мере. На, слава. О, ибо. Все видели. Бля, в одно время с тобой это сделали, как так-то? Сука. Пиздец. Вы 25 хили, это такой, все видели? Ну, бейте нахуй. Все ебашим. Гоша, а можешь мне PS-ку по-братски вкидывать? Ты холик. Ну, а? Я холик. А, сука. Не сдох. Ну чё ты, ну попроси у Войда. Да, Войд, блядь, не даст PS-ку, блядь. Я считаю, мы знаем, что не даст, просто интересно, как он ответит. Он говорит, да я щитки кидаю в пули, блядь. В смысле, то есть ты PS-ку не даёшь? Плут убили. Не, я просто забываю. Пушка дальше пробегаем. Я полетаю. На того же. Не, я сейчас пизду. А Вилани, убегай. Под плащ. Когда Гера закончится, скажешь, я закину. Не, Политан слакает, что ли? Пробегаю. Там и трапа на него, и этот чума, видимо, он. Ну ладно, нормально все. Потому что вынесет тут. Под плащ лечь. Леоподекса нету, можно и ПС-ку попросить. Не, Политан, ты убьешь рейд нахуй, встань в плащ, ебаный в рот. Пробегаем, перед шипом стоим, перед. Вадикон, уноси. Только не говори, что это привычка за Сибири, нахуй. Гоша, ГП. Да, пожалуйста, блядь, ебаш. Давай. Почему ты сегодня не здиспелил? Как ты это объяснишь? Потому что я не знаю. Пробегаю. Хули ты не знаешь? Ну потому что не знаю, блядь. Плут убейте оба. Чё ты не знаешь-то, нахуй? Короче, ну я не буду это бить, давайте заново. Даже БР не буду брать. Нет. Я не буду это бить, нахуй, еще раз сказал, нахуй. Сейчас я буду падать, нахуй. Падайте, вниз прыгайте все, нахуй. Что ты, сука? Что ты, сука, не знаешь, нахуй? Потому... Объясни мне, на человеке чума, ну, он несет, ты не сдиспелил. Я должен камеру крутить, чтобы это 360 градусов, чтобы это увидеть, как я встал возле шпиля ведьбучего. Какой шпиль, нахуй? Какой шпиль? Ну тут из-за шпиля он не сдиспелил. Ну как бы мы всегда перед чумой стоим перед шпилем. Он перед шпилем стоит, как ты не сдиспелил-то, блядь? Ну вот так, не сдиспелил, бывает такое. Ну ебать мой хуй, а как я должен встать его? Ты чё гонишь, нахуй? Рейд перед шпилем стоит, и он перед шпилем выносит. Ну не получилось, отбежал, может, правой ножкой, может, левее не сдал. Вот я в ахуе просто, блядь, на человеке с чумой, нахуй, висит метка луна, ее видно, нахуй, он слева от тебя, блядь. Я вижу я метку, дело в другом. Дело в том, что я, скорее всего, за шпиль зашел далеко слишком. Вот, ты зашел, вот ты ГП и получил, нахуй, вот на этом и решили, блядь. Все, нахуй, бидон диспелишь чуму, нахуй. Пожалуйста, нахуй, иди чиль, нахуй. Ты забежал вперед, ты его, конечно, не увидишь через столб, нахуй. Через столб не диспелится. Че, на арене не знаем, как люди эвейдят, нахуй. За столбом бегают. Дауны эти, блядь. ПВПшные, нахуй. Лич тоже ПВПшник. Лич, нахуй. Точка СТ. Ну, либо закрой полностью клиент и зайди. Бидон, слышишь? Я тело покинуть не могу. Ну хуёво, что не можешь, блядь. Нахуя я ремонт? Так... Давай попробуем резнуть просто тебя. Да он спрыгивал, небось. Ну он тело лежит, мы сейчас резнем и все. Или где оно, нахуй?
Он горит в полете. Да все, он резнулся. Пиздец, нахуй. Все, Гоша, тебе надо чилить, нахуй. Вообще, блядь, сиди спокойно, нахуй. Еще, блядь, и вот эти оправдательную хуйню не надо нести, блядь. Ты за столб забежал, человека не видишь, не диспелил. Все, блядь, ГП, нахуй. Бидон, сейчас ты будешь на это диспелить, нахуй. Или давай, может, сразу Авелания, нахуй, чтобы это вообще косяка не было ни одного, блядь. Он хоть поответственнее к этому подходит. Ну, косяк может быть, но... Ну, значит, ГП будет, блядь. Ну, будет ГП. Какой косяк, Авелания? Да там думайте сами уже, какой косяк. Все, Бидон, подиспелишь, да? Тут сильно хилить нехуй, видишь, 6 хилов нормально. Все, Бидон подиспелит. Окей. Все, бахнемся. Он пошел на минуту поссать. Это ответственная хуйня, но человек умирает, если не диспелить, блядь. Очень ответственная, блядь. Одного пробьем, другого, потом еще вальки двоих унесут, и все, нахуй, будет хуйня. Один раз ошибся, и ты ошибся. Нихуя, цитаты Стэтхэма, блядь. Нихуя себе. Это вернись. Один раз ошибся, нахуй, тебя взорвали, блядь. Одна ошибка, это и ошибся, получается, да? Или так, да. Одна ошибка, и складу Эн Джонсон засунет себе свой ботинок так глубоко, что... или как... Как там было? Бля. Я говорит, вобью тебе зубы. Я говорит, вобью тебе зубы так глубоко, что чистить их придется уже через задний проход. Сука. Бля. Драконьи получается. Отключите деду интернет. Я не могу, да. Все, принимайте, я запускаю. Подожди ты там. Аек. Запускай. Все там были, кто? Да, все. Запускай. Ну, Тори, дед, будем тебе ГП давать нахуй за плохие шутки. Да что, плохая была? Нормально было. Ай, блядь. Мне кажется, про зубы нормально. Ну, это в Форсаже было. Да. Не, я бы глянул, как, или... типа, зубы чистят, блядь, через жопу. Очень интересно все-таки. Интересно? Ну, бля, посмотреть интересно. Но почувствовать нет, наверное. Сука. Интересно, блядь. Нихуя у тебя интереса, Глеб. Ага. Блин, ну раз интересно. Сейчас АЕК пизды получит. Бегаем. Все подплат. В один фрейм встали. Пробегаем на Лингрене чума. Леха сам себе. Бой ДПС. Побежали. Все подплакали. Пробежали. Авелания чума. Все подплакали. Побежали перед шипом. Шаркари. Ману, да. Убегаем.
Я раз на второй фазе будешь резать. Там ударная волна была от широка, я потом широка руки добил. Ладошка, да, как везде, да? Угу, на 31-ка. Ревностный. Диспелл? Перевели. Рарник, ИМА на лед. Леха далеко не убегает. Все, я свободен. Боди в траву напулишь? Хорошо. Керс, дай на РПВ, да? ВСК есть. Потом дашь, не сейчас. Переходка в сферу доиграть. Сейчас давай. Резайте. Лапку, каску приставлю. Мардаун, дашь лапку, каску приставлю? Тебе подпол. Табах даст. По валькам. Дрожжи. Скринение скоро. Разбегаемся. Черепка. Они подвал, блин, не идите, блядь. Сейчас в центр и на порт. Я тут буду на... Ты под плащ. Сейчас искренение с вальками одновременно. РДД расходится на железное кольцо. Велики, через 2 секунды выбегайте. Выбегайте с центра. Искренение 2 секунды. Фулл ДПС. Где 2? Ведем сюда, милики бьют, Валя. Где 2? РДД в ромбик, быстро. РДД одну быстро зергнули. Стан ромбику. Кто-то, любой. Быстро, быстро. Замедление и стан. Ну где? Ну все, пиздано. Быстро, быстро разбили. Ну все, все, унесло его. Бидон, сейчас умрешь. Не заходите, центр. Че, вы и те две не разбили? Те разбили. Две разбили. Осквернение 3 секунды. Разбежали. Осквернение. Не налейте. Лича в центр. Этот самый. Кто там? Друид инвалид, ресы и пасифия. Валик фул ДПС. Захилить, захилить пасифия. Быстрее заражение. Все, два хила в кружке. Заражение захилили, нормально бьем. Три секунды. Искренение, разбежались. Все. И кличу обратно. Лича в центр. Один фрейм и под плащ. Так, это четвертая волна, вроде 44%. Валик бьем и переводим. Искренение 2 секунды сейчас. Из-под валик выйдите, потом валик добиваем. Искренение секунда. Смотрим на ком. Отбежали. Все, бьем валик. Валик бьем и лича переводим. 3%. Круз дам. Ну, а куда будет переходка? Продлю. Перевели.
Мы на лед. Сколько он дает ДПС в рекаунте, гляньте? Кто? Тот, кто сдох сейчас. 20 ФК почти. Нет, духа нет. Там посмотрим после комнаты. Первый даю. Сфера. За звездой на порт. Теперь не скинет точно. Думаю, не должен. Налево. А где дисконнект? А. Ну понятно, почему умер. Стоим здесь. Я пробегаю. Так, впереди бомба. Стоим. Пробегаем. За угол. Быстрее, быстрее. Пробежали. Впереди бомба. Хлопнуло, все, пробежали. Духов не пускайте. Пробегаем, пробегаем. Далеко за угол. Стоим. Сейчас бомба хлопнет. Все, разошлись, осквернение. Дай поиску. Че, Геру? Нет? Две минуты. Да. А, ну. КДН. Все, сейчас проще, только духов заражения нету. Вообще легко. Сквернение 8. Осквернение разошли. Молодец, равник. Все, перешли на другую сторону сразу. Сейчас будет комната. Чтобы, ну, духа рядом не было. Ходите, да. Угу. На портал. Это еще опять тайландский прикол будет, блять. Ну. Первых духов, короче, баблом соберу. Налево. Стоим здесь, сейчас бомба хлопнет. Кто проходит? Звезде, звезде. Пробегаем далеко эту бомбу. И следующую массакру. За угол. Ой, блядь. Да, хуй пососали. Ваня умер, короче, через бомбу. Там подождать надо было, наверное. Ёба. Все, пососали ногу, нахуй. Падаем. Чё, как оно, блять? Бомбы на полу лежат 2 секунды, вот. Или 3, нахуй. Чё вы через лежащую бомбу бежали? Ничего, бывает. Просто 365 тысяч. И не ебёт. 700 там, чё-то, каких-то миллионов бомб. 5 лямов, чё. Да? Чё, ЗС не на ком не было? А, 3 658 тысяч, нихуя. Отойду на минутку. Как бы...